Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» руководитель отдела информационного анализа Института геронтологии Академии медицинских наук Украины, эксперт в области клинической нейро- и психофармакологии Сергей Георгиевич Бурчинский. И тема нашей конференции «Как быть в гармонии с собой». Добрый день! Приветствую всех участников нашей прямой линии. Здравствуйте. Ну, поехали. Вопросы от наших читателей. Так, первый вопрос задает Оксана. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие именно успокоительные сборы настойки можно принимать для профилактики без опасения привыкания и побочных эффектов? Меня интересуют препараты растительного происхождения или гомеопатические. Желательно, чтобы при их приеме можно было управлять транспортом. Так, вот еще один вопрос. Там дальше. Вопрос наша читательница задает очень актуальный, потому что сейчас действительно препараты, которые дают минимальное количество побочных эффектов, они наиболее востребованы. И, в общем-то, сегодня даже Всемирная организация здравоохранения рассматривает критерии безопасности иногда даже как более значимые, чем критерии эффективности. Ну и также, наверное, сегодня не секрет ни для кого, ни для медиков, ни для наших читателей, что растительные препараты в целом являются, собственно, гомеопатические тоже, являются, как правило, гораздо более безопасными, чем препараты химических природ. Растительные препараты, также можно сказать, что практически не дают побочных эффектов, и у них, в общем-то, отсутствует риск привыкания даже при длительном приеме. Поэтому из препаратов, которые действуют успокаивающие, наиболее известные, прошли испытания временем, это прежде всего препараты валерьяны. Сейчас достаточно популярны комбинированные препараты, в которых кроме валерьяны содержатся другие растительные компоненты. В качестве примеров таких препаратов можно, например, привести препарат отечественного производства «Менавален», который включает комбинацию валерьяны и мяты. Препарат «Триволумен», в который кроме валерьяны и мяты входят еще другие растительные компоненты. Также отечественный препарат и целый ряд других. Поэтому с точки зрения эффективности, соотношения эффективности и безопасности, именно препараты валерьяны, особенно комбинированные, многокомпонентные препараты, наверное, сегодня могут рассматриваться как препараты выбора среди других успокоительных средств. Что касается управления транспортом, в принципе, эти препараты достаточно безопасны. Они, как правило, не вызывают побочных эффектов в виде излишней заторможенности, вялости, угнетенности. Но, тем не менее, поскольку это препараты все-таки действующие на центральную нервную систему, на наш головной мозг, то у определенного числа людей все же может в известной степени снижаться скорость реакции, способность к оперативной деятельности. Поэтому все же по возможности в процессе курсового лечения этими препаратами ограничить использование транспорта или, по крайней мере, желательно как-то, чтобы этот процесс мог контролировать кто-то другой. Потому что здесь может быть степень заторможенности, когда достигает значимых величин. Вот еще продолжение вопроса. Еще один вопрос. Может ли быть признаком невроза нытье, напряжение, похожее на боль, ощущение в районе щитовидки? При этих симптомах показывалось эндокринологу, почти все было в норме, если не считать небольших кист, которые показала УЗИ. И врач сказала, что эти ощущения, почти болевые, не относятся к эндокринологическим расстройствам. Здесь наша читательница коснулась очень интересной проблемы сегодняшней медицины, так называемой проблемы психогенных болевых синдромов. Конечно, мы исходим из того, что вот эти вот небольшие кисты, которые у нее выявили на УЗИ, с точки зрения эндокринолога, они не могут быть источником этих неприятных ощущений. Поэтому, скорее всего, что здесь, учитывая, что пациентка спрашивает о успокаивающих средствах, то есть, очевидно, для нее проблема излишней психоэмоциональной нестабильности является достаточно актуальной. Именно у таких пациентов чаще всего возникают так называемые психогенные болевые синдромы. Они возникают обычно у людей с лабильной нервной системой, с неустойчивой
психика и обычно проявляется в виде более или менее выраженных, как правило, не очень сильных болевых ощущений в самых различных органах и участках тела. Это могут быть неприятные ощущения или даже боли в области сердца, в области живота, в области спины, конечностей. Ну вот такой вариант вполне может быть, что и в районе щитовидной железы. Причем, как правило, при самом тщательном исследовании медицинском у пациентов не обнаруживается никаких признаков реального заболевания этого органа или этой системы. И поэтому в таких случаях считается, что эти болевые ощущения, они возникают не конкретно в данном органе, они возникают у нас в головном мозге, то есть там в тех центрах, которые ответственны за реализацию восприятия болевых ощущений и которые у определенных людей начинают работать рассогласованно с импульсами, которые поступают от периферии, и в результате человеку кажется, что у него есть болевые ощущения, хотя на самом деле они рождаются и генерируются в головном мозге. Поэтому и лечение таких болевых ощущений должно быть прежде всего направлено на стабилизацию функции центральной нервной системы, на стабилизацию психоэмоциональной проблемы. То есть нужно попить успокоительное? Опять-таки здесь хорошо подходят именно препараты успокоительные, в частности вот эти комплексные препараты, о которых, валерьянки, о которых я упоминал. Не хочу сказать, что они могут быть панацеей во всех случаях психогенных болевых синдромов, но у ряда пациентов они могут реально ослабить или даже ликвидировать вот эти неприятные ощущения. Поэтому я считаю, что начинать, по крайней мере, терапию нужно именно с таких мягких растительных препаратов и только в случае неэффективности думать о какой-то более серьезной форме. Спасибо за развернутый ответ. Далее Алла интересуется. Мне 44 года, я просыпаюсь постоянно в 3 часа ночи, а затем не могу уснуть. Что делать? Ну, в принципе, бессонница, как правило, бывает трех видов. Первый вариант – это когда человек не может уснуть с вечера, долго крутится в постели, возникает ощущение беспокойства, но достаточно поздно засыпает и потом уже спит, не пробуждает до самого утра, и наоборот, утром, как правило, бывает тяжело проснуться из-за вечерней медицины. Есть люди, которые просыпаются в середине ночи, длительное время не могут заснуть, потом засыпают под утро и с аналогичным результатом, ощущением того, что человек не выспался, с тяжелой головой не может просыпаться. И есть третий вариант, когда люди просыпаются поздно или под утро, или в середине ночи, как правило, уже не могут заснуть до самого утра. Вот это, очевидно, та ситуация, которая есть у нашей читательницы. Причин здесь могут быть самые разнообразные. Это могут быть и воздействие хронического стресса, то есть это прежде всего связано с расстройством деятельности центральной нервной системы. Это могут быть гормональные расстройства. То есть это могут быть первыми проявлениями начинающихся климактерических осложнений. В таких ситуациях, правда, наша читательница тут не говорит, насколько она легко засыпает с вечера, если у нее здесь проблемы, или она засыпает без проблем. В любом случае, в частности, вот тот препарат, о котором я уже сегодня упоминал, думаю, что еще придется упоминать, препарат Миновален, новый отечественный препарат. Это не просто препарат, сочетающийся валерьяну и мяту. Этот препарат получит принципиально новые технологии. И для него характерным является то, что в нем содержится максимальная концентрация именно тех биологически активных веществ валерьяны, которые непосредственно влияют на механизм развития нарушений сна. Благоприятно влияют на эти механизмы. Поэтому я хотел бы посоветовать нашей читательнице попробовать прием этого препарата с вечера. Есть надежда, что под влиянием этого препарата пациентка не только будет засыпать достаточно быстро, но и не будет просыпаться до самого утра. Опять-таки, это то, с чего нужно начинать терапию. Если же данный препарат не поможет, то я мог бы ей посоветовать, также есть новый снотворный препарат, который является очень кратковременного действия, поэтому он не работает на всю ночь, но в данной ситуации мог бы помочь такой препарат. Залеплон тоже один из новых препаратов, которые недавно появились у нас в Украине, но это уже, так сказать, в том случае, если не помогут препараты. Скажите, пожалуйста, вот Миновален, я как-то страдала бессонницей, там в какой-то период времени посоветовали какой-то препарат, Нормил, не помню. В общем, выпила чуть-чуть.
И я потом сутки, даже полтора, не могла никак проснуться. Утром, да, ночь я поспала, а утром на работу, а я хожу как в полусне, вот после миновалена. Нет такого ощущения? Нет, раз вы упомянули Денормил, это вполне возможно быть, но такая даже для Денормила это немножко реакция такая нетипичная, но столько Денормил препарат, который по своему механизму действия сходен с такими известными препаратами, как Димедрол, у которых это... Такой вот побочный эффект является классическим. У Денормила, естественно, меньше выражен, но у многих людей он тоже может вызывать то, что называется постсомническим синдромом. Это утреннюю тяжесть в голове, чувство разбитости, вялости, хотя как снотворное он работает достаточно быстро и эффективно. Что касается миновалина, для него такие последствия абсолютно не характерны, хотя, конечно, нельзя исключить полное их отсутствие у отдельных людей, чувствительных, скажем, к эффектам валерии. Но в целом для препарата, для него такие побочные эффекты, если и возникают, то занимают очень незначительное место среди количества людей, которые его принимают. Это было ужасно, меня даже с работы раньше отпустили, потому что невозможно было работать. То есть, думаю, в данном случае в плане миновалена вы можете не беспокоиться с точки зрения риска развития таких эффектов. Спасибо. Алла Викторовна пишет нам далее, стала замечать, что у меня именно весной начинается бессонница. С чем это может быть связано? Ну, весной очень часто обостряются не только бессонница, а очень многие хронические заболевания. Это мы знаем, что язвенная болезнь обостряется, и даже такие болезни, как радикулит, казалось бы, не имеющие прямого отношения к сезону, тоже обостряются, учащаются гипертонические кризы и так далее. Это обычно связано с тем, что весне организм подходит в ослабленном состоянии, отсутствие витаминов, отсутствие надлежащего уровня солнечного освещения, то есть все это неизбежно сказывается, в общем-то все мы знаем, что весной организм ослаблен и на него, как говоря по-народному, цепляются всякие болячки. Если у человека есть склонность к развитию нарушений сна, то, как правило, именно они и могут возникать весенние, реже это бывает в осенние дни. То есть период резкой смены температур, смены длительности светлого периода времени. И опять-таки в данном случае, ну конечно, легче, лучше всего порекомендовать на читательнице максимально стабилизировать свой образ жизни, по возможности потреблять больше фруктов, овощей. В них весной не очень много витаминов, но все же это необходимый компонент нашего питания. Чаще бывать на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, очень часто это само по себе может нормализовать сон. Если же такими простыми рекомендациями это не удается сделать, снова-таки можно попробовать мягкие, снотворные, седативные препараты, снова-таки на основе валерьяны. Далее вопрос от Элеоноры. Здравствуйте, у меня такая проблема. В рабочие дни утром не могу проснуться, а в выходные вскакиваю, ни свет, ни заря. Что мне делать? Такое чувство, что организм бастует. Кстати, очень похожий симптом. Ну, это в известной мере может быть, конечно, и чисто психологической проблемой, потому что в рабочие дни, ну, не знаю, как у нашей читательницы, но у многих людей часто бывает, что засиживаются допоздна, и вечером приходится работать. То есть люди ложатся спать с чувством напряжения, в голове прокручивают какие-то свои текущие задачи, плохо засыпают, и, естественно, в результате утром не могут вставать. Ну, а перед выходным днем, когда человек знает, что он утром, уже, так сказать, его не давит необходимость утром рано встать, идти на работу, так сказать, ожидание какого-либо стресса, вот это вот ощущение расслабления, оно может и способствовать, как ни странно, более раннему подъему и пробуждению. Поэтому здесь, так сказать, вот данная ситуация, она вряд ли может быть как-то откорректироваться лекарственными препаратами. Наверное, здесь все же следует, возможно, какой-то психологические методики психотерапии, методики аутотренинга применить, если они действительно, эта ситуация очень угнетает нашу читательницу, что она не может в выходной день выспаться. Далее вопрос от Татьяны. Как избежать расстройства нервной системы? Ведь, наверное, есть какие-то рецепты и советы? Ну, наша читательница немножко такой вопрос слишком глобальный и общий задает, потому что расстройство нервной системы – это понятие очень широкое, которое включает очень много самых разнообразных состояний, заболеваний. Ну, очевидно, как я могу предполагать, она имеет в виду ситуацию, связанную с нарушением
психоэмоциональной лабильности, то есть то, что чаще всего бывает, то, что обычно спровоцировано хроническим стрессом, которым подавляющее большинство из нас находится большую часть времени. Поэтому для того, чтобы усилить общий потенциал устойчивости нервной системы к воздействию стресса, может быть, мои слова покажутся банальными, но эти рекомендации никто не отменял, не доказали свою эффективность. Это нормализовать по возможности график труда и отдыха. Снова-таки, как я уже говорил, чаще бывает на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, рациональное питание. Ну и опять-таки в какой-то степени аутотренинг, может быть, в чем-то попытаться переоценить свое отношение к жизни, к работе, к каким-то бытовым проблемам. Потому что без этих, повторюсь, сказал, простых и банальных рекомендаций рассчитывать на то, что даже не лечение, а, я понимаю, читателя все, что интересует, профилактика расстройств нервной системы практически невозможно. Скажите, вот бывает, есть такое народное средство, стакан теплого молока выпивать на ночь, чтобы хорошо уснуть. Это правда работает? Или это? Ну, у определенного числа людей реально работает. Ну, во-первых, надо сказать, что молоко далеко не у всех у взрослых людей, в принципе, ну, да, переносится. У многих даже желудочно-кишечный тракт не воспринимает молока. Но из тех, у кого он воспринимает, и те, кто на себе проверили эффективность этого средства, это очень действенное, так сказать, безопасное средство, которое можно рекомендоваться, но если оно, конечно, у данного человека работает. Борис Петрович интересуется далее. Скажите, а чувство тревоги – это болезнь? У меня постоянно это чувство, из-за этого не могу вечером уснуть. Как это лечится? Чувство тревоги в том смысле, как наш читатель задает вопрос, это не болезнь, потому что тревога может стать болезнью и очень серьезной болезнью, вплоть до того, что тревога является основой очень многих тяжелых психических расстройств, которые уже находятся в компетенции психиатра. Но, очевидно, вот в таком контексте этого вопроса имеется в виду тревожность, скажем, проще говоря, бытовая, тревога, снова-таки связанная со стрессовым воздействием. Причем, опять-таки, на хронический стресс каждый организм реагирует по-разному. Кто-то уходит в большей степени в депрессию, кто-то уходит в какие-то истерические реакции, у кого-то проявляется больше меланхолии, а у кого-то доминирует именно вот состояние тревожности, беспокойства, причем чаще всего это беспокойство неосознанное, оно не направлено на какую-то конкретную причину, человек беспокоится всего, что его окружает, всего того, что может произойти, хотя оно может и не произойти. Поэтому в данном случае вот именно на первой стадии развития вот такого тревожного расстройства, которая пока еще не проявилась в виде какой-то серьезной патологии, а я хочу подчеркнуть, что такая тревожность, если ею игнорировать, она не только может перерасти в серьезную психическую проблему, но и стать важной причиной развития психосоматической патологии. То есть уже конкретных заболеваний внутренних органов, в основе которых лежит нарушение центральных механизмов регуляции. Поэтому здесь хотелось бы посоветовать снова-таки то, о чем я уже говорил, коррекции режима труда, отдыха, питания, это такие общие стандартные рекомендации, снова-таки попробовать курсовой прием на протяжении хотя бы 2-3 недель легкого успокоительного средства. Снова же таки в этом отношении классикой являются препараты валерьяны. Можно посоветовать тот же препарат Минобален, в котором я упоминал, если у нашего читателя тревожность сочетается с нарушениями сна, если эта тревожность сочетается, например, с какими-то неприятными функциональными расстройствами внутренних органов, спазмами, болевыми ощущениями и так далее, здесь может помочь такой препарат комбинированный валерьяной, как триволумен. То здесь нужно пытаться пробовать разные подходы, чтобы уменьшить или ликвидировать чувство тревожности, потому что, еще раз подчеркиваю, если возникает чувство тревоги, нельзя на него смотреть, как на неизбежный компонент нашей жизни, с этим нужно как-то реально бороться. Далее задает вопрос Мирослава. Последнее время меня перестали радовать даже приятные ранее вещи. Хорошее настроение других раздражает. А хочется куда-то уползти, чтобы никто не трогал. Можно такое состояние победить самому или нужна помощь специалиста? Ну, наша читательница Мирослава, она немножко в другом плане задает вопрос, который схож с предыдущим вопросом и с моим ответом на этот вопрос. Вот, очевидно, у этой нашей читательницы
есть больше склонность не к тревожности, а скорее такому депрессивному больше реагированию, так, уход в себя. Но в сочетании опять-таки вот такой раздражительной депрессии, если можно так сказать. Здесь ситуация может быть даже быть несколько сложнее, потому что депрессивную реактивность организма всегда на нее сложнее воздействовать, чем на тревожную. Здесь снова-таки вот этот вот фон, если у нее, я так понимаю, может доминировать чувство раздражения, чувство, может быть, обиды на окружающий мир, чувство вот какой-то, может быть, агрессивности. Вот в этих ситуациях могут очень хорошо помочь седативные препараты. Если же у из этого вопроса, поскольку краткого очень трудно судить в реальном состоянии нашей читательницы Мирославы, если же у нее доминирует именно вот депрессивный склад характера, депрессивная реакция на окружающее, здесь скорее могут помочь препараты другого плана. Снова такие из растительных препаратов можно было выбрать препараты зверобоя, как известные эффективные растительные антидепрессанты. Ну и если сказать, эти простые рекомендации, снова такие сочетания с коррекцией режима труда, отдыха и питания не помогут, то тогда нужно, скорее всего, что обратиться к неврологу. Возможно, потребуется прием каких-то препаратов антидепрессантов, но это уже крайняя ситуация. Мурат задает вопрос, вреден ли секс на ночь? В том смысле, что и так после трудового дня чувствуешь себя разбитым и безумно уставшим, возможно, секс еще больше делает организм уставшим. Ну, тут у меня, в принципе, я могу задать, ответить Мурату вопросом на вопрос. А какая реакция конкретно ваша? Если для вас секс после трудового дня вызывает еще большую разбитую усталость, может быть, имеет смысл от него отказаться и перенести этот процесс на выходные дни. То есть тут все зависит от личного опыта, тут каких-то глобальных рекомендаций просто быть не может. Как ваш организм реагирует на сексуальный контакт, так вы, собственно, прислушиваетесь к организму и поступаете. Вопрос от Георгия. Здравствуйте. Известно, что при всех формах психосоматических расстройств нарушение сна является одним из наиболее частых и наиболее тяжело переносящихся проявлений. Нарушение сна является наиболее частым. Можно ли сегодня с помощью лекарственных препаратов эффективно влиять на расстройство сна и в то же время на причины развития психосоматических расстройств? Можно, сразу могу ответить положительно на вторую часть, наверное, на вопрос нашего читателя. Потому что механизмы нарушений сна, они настолько тесно связаны с механизмами развития психосоматической патологии, что их трудно как-то разделить, ведь не случайно расстройство сна – это один из наиболее частых проявлений психосоматических расстройств. Поэтому, собственно, все препараты, которые стабилизируют центральную нервную систему, которые нормализуют по возможности взаимоотношения различных центров, которые регулируют функции внутренних органов и одновременно отвечают за психоэмоциональное состояние нашего организма, прием таких препаратов, собственно, может он одновременно будет способствовать и коррекции нарушений сна, и влиянию на основные механизмы развития психосоматики. Снова такие вот те, которых мы уже сегодня неоднократно упоминали, препараты растительного происхождения, в частности препараты валерьяны и тот же препарат миновален, сегодня уже доказано, что этот препарат действительно является эффективным не только седативным, но и снотворным препаратом. Он одновременно влияет и на механизмы развития психосоматики, потому что препараты валерьяны, достаточно они подробные механизмы действия различных соединений валерьяны изучались и в эксперименте, и в клинике, доказано, что они стабилизируют межцентральную регуляцию, то есть взаимоотношения в головном мозге, взаимоотношения различных нервных центров, которые отвечают за деятельность внутренних органов. То есть в данном случае прием препаратов валерьяны, в частности миновалена, приволумена и других препаратов, реально будет способствовать и коррекции нарушений сна, и профилактике, в известной мере профилактике и лечению основ развития психосоматики. Еще вопрос от Николая. Что делать, чтобы не снились тревожные сны? Ну, тут, наверное,
из такого краткого вопроса трудно судить о том, что, что лежит в основе этих тревожных снов. Снились ли они Николаю эти сны раньше? Или они стали сниться в связи с каким-то реальным событием в его жизни? Обусловлены чем-то, являются ли эти сны односюжетными, или это тревожные сны, они каждый раз меняются. То есть без такой вот подробной детализации трудно говорить, что делать, чтобы не снились тревожные сны у данного конкретного человека. Что касается каких-то общих рекомендаций, очевидно, можно только предполагать, что эти тревожные сны снова-таки являются отражением какой-то тревожной ситуации, чувства напряжения, дискомфорта у нашего читателя в его жизни, в его, может быть, производственной деятельности, его семейной деятельности. И снова-таки в этой ситуации очень хорошо было бы порекомендовать, наверное, сочетание определенных методик аутотренинга и прием мягких психотерапевтов.